Здравствуйте. Я рад быть второй раз в вашем городе Брно, в этой же гостинице, в этом же зале. Спасибо. Добрый день. Сам вельми рад, что сам здесь, в Брне. Сам опять по четвертых здесь, в стейном готелю, а в стейном сале. Дякую. За это время произошло много очень интересных событий. За ту добу пробегло вельми много заимавих удалостей. Вот уже 20 лет, как я развиваю учение древа жизни, которое мне дает наш Отец Небесный, Создатель этого мира. Это уже 20 лет, что мне дава тото познание Отец Небесный, Отец тогото света. Сначала это было все принято в штыки. На нас набрасывались вместе и наука, и религия, и по телевизору, и в газетах, как нас только не ругали. Спочатку это было обтяжно. Врагали се на нас не онкологове, не телевизе, не радио, просто нам надавали всяк. Но за эти годы произошло много такого, что изменило ситуацию. Во-первых, тысячи людей, буквально не сотни, а тысячи людей избавились от самых тяжелых заболеваний, которые у них были. За ту добу се много изменило. Дослова тысячи людей се избавили тех наитяжших хвороб, которые имели. Еще многие возвратили себе те органы, которые у них когда-то отрезали врачи, то есть хирургически удалили. А многие зискали знову органы, которые им предтим лекарьи ужисли, отстранили, а они е знову зискали. То есть вал фактов исцелений нарастал стремительно и заставил замолчать, буквально сначала замолчать, всех тех, кто раньше кидался на нас с критикой, чуть ли не с кулаками. Те, кто жили на нас дживе врагали, начали се отмечевать. Je to ti, kteří se na nás vrhali nejen s kritikou, ale dívže ne s pěstmi. A teď i nauka, i religie, co udivíte, začínají nás přiznávat. Onko i kdo? I? Nauka i religie. Takže nejen onkologická věda, ale také představitelé religie, náboženství, нас начинали принимать. Совсем недавно в интернете появился документ, который является просто беспрецедентным. Упомяну недавно на интернету объявил документ, который является беспрецедентным. Высший научный орган России, Президиум Российской Академии Наук, выдал на своей конференции, которую специально собрал по нашему вопросу, документы. Также объявились там, вышел там документ, который выдала Русская Академия Вед, а этот документ се тика прямо тогото případу. В нем говорится, все случаи исцелений достоверны и статистически значимы. Учение древа жизни рекомендуется к всеобщему распространению. Было там сказано, все эти случаи того вылечения доверительны и статистически значимы, а учение строк живота се допоручує к всеобщему расширению.
И этот документ уже опубликован в интернете, его можно найти, хотя пресса по-прежнему молчит. То есть событие состоялось, пресса замолкла, хотя в интернете уже документ с подписями и печатями уже опубликован. Ačkoliv na internetu tento dokument s razítky a s podpisy je publikován, tisk stále mlčí. Это одно событие, признание со стороны науки. To je jedna událost, uznání ze strany vědy. Но есть и второе событие, не менее удивительное. Ale to další, ta další událost je neméně překvapivá. Нас начинает признавать церковь. Зачина нас узнала церковь. Я только что вернулся к вам из Италии, где был почти целый месяц гостем Ватикана. Вернулся из Италии, где я целый месяц был гостем Ватикана. Я проводил там на конференции вот такие, как с вами встреча, то есть рассказывал, что такое из себя представляет учение древа жизни. И также проводил семинары, причем проводил семинары именно в Ватикане, в том зале, там, который закреплен за папой Пием XII. Ve Vatikánu jsem měl takováto setkání jako tady a také jsem tam vedl semináře a byl mi k tomu účelu zapůjčen sál Pia 12. papeže Pia 12. Tam za každým papou je zakreplený svůj zál, to jest u každého papa byl svůj zál, kde on provádil vstřeču s vyššími, tak se ty hierarchami církve. I vot mně jeden z takých zálov зал Пия 12 отдали для семинара. То есть я там несколько дней проводил семинар. Каждый папеж имел свой własный зал, где се стикал со своей иерархией церковной, а эти залы замжены про беженост, а Аркадий Наумович достал этот зал, чтобы там был семинар. А поместили они меня еще чуднее. Они поместили меня в гостиницу женского монастыря. Еще подлиннее меня убитовали в этом отеле женского кластера. Там были только одни монашки в белых одеждах бегали. У них там видно по орденам, кто ходит в серых одеждах, кто в белых одеждах, кто в черных одеждах. Вот мне достался орден в белых одеждах. Они там порхали вокруг. Jsou tam různé řády, některé řády chodí v bílém oděvu, některé v šedém, některé v černém a já jsem dostal ten řád bílý a ti kolem mě poletovali. Vidno, oni prověřili sílu mojí nravnosti. Zřejmě prověřovali sílu mé nravnosti, mé morálky. No, кажется, я это испытание выдержал, потому что очень себя спокойно вел, никому не приставал, и в конце уже, когда я уезжал, они, монашки, даже бросались меня целовать. Takže choval jsem se slušně, nikoho jsem neobtěžoval, a nakonec, když jsme se loučili, mnišky se na mě brhali a líbali mě. Кроме того, они меня вводили в Ватикане в различные сакральные свои залы, в том числе в Сикстинскую капеллу. Наверное, проверяли, как соотношусь я со своими энергиями, с теми энергиями, которые излучают их иконы, их картины, и не будет ли в Риме землетрясения. Vodili mě po různých sálech, zavedli mě také do Sixtinské kaple a prověřovali mě, jak se budou shodovat mé energie s těmi jejich a jestli náhodou nedojde k zemětřesení. No, v общем, все обошлось, землетрясений в Риме не было, это, видно, их немножко успокоило.
вот все эти встречи и всю эту работу организовывал министр по хозяйству Ватикана. Его зовут Джино. Всех, они все потом успокоили, потому что к землетрясению не дошло. Все мне допровозил и витал ватиканский господарский министр. Его имя Джино. Все было настолько корректно, он каждый день встречал меня у входа в это вот здание Ватикана, где проходили семинары, и лично отводил в этот зал Пия 12-го. Вот. Так что все, в принципе, на высоком таком уровне признания. Каждый день меня витал и чекал. Tento ministr u dveří domu, kde probíhal ten seminář, zavedl mě vždycky do toho sálu a všechno tedy probíhalo na vysoké úrovni uznání. Já думаю, что это, во-первых, эта встреча, конечно, не последняя. Они меня пригласили в следующем году, в июне, опять приехать к ним, опять провести семинар. Встречи, разговоры, общения. Я думаю, что они так сейчас приглядываются, они так не торопятся что-то говорить и на уровне каких-то документов что-то делать, но приглядываются. Знову мне позвали на příští рок в червну, там на обед тріє, вести там семинаре, затем не спехали с тем, чтобы се виадрживали, або записали някакие документы, затем просто накукуи. Потому что в Италии тоже, как и здесь, кстати, в Чехии, много случаев чудесных исцелений. Protože v Itálii došlo, stejně tak jako tady v České republice, k mnoha zázračným vyléčením. Буквально вот во время этого семинара одна женщина, которая была в очень тяжелой форме рака, буквально начала расцветать. Она на занятиях была, на семинаре, и вдруг у нее прошли боли. И она вообще стала такая цветущая, такая радостная. И у нее явно уходили все признаки заболевания прямо во время занятий. Прямо на семинаре, где се зучастнила жена, которая имела очень тяжкую форму раковинного онемоцнения, пристали ей болезни, прямо на том семинаре начала расцветать, а мизели прояви této немоци. А у другой женщины стали расти зубы. И врач, который наблюдал этот процесс, он был настолько удивлен, что заявил, что он аннулирует свой медицинский диплом и уйдет из медицины, потому что это невозможно было с его медицинской точки зрения воспринимать, не сходя с ума. Také tam došlo k tomu, že jedné ženě vyrostly nové zuby a její zubní lékař, stomatolog, prohlásil, že bude muset vrátit svůj diplom, anulovat ho. A prosím vás, kdybyste mohli vypnout s tím mobil, protože se to nezhoduje s hlediskem školské medicíny, anebo teda, že by se musel člověk zbláznit. I když přijel сюда, оказалось, что здесь ну, практически точь-в-точь такой же случай произошел. Вот мне рассказала Леша о том, что здесь тоже у одной женщины, у которой уже зубы были, там одни гнилые корешки торчали, вдруг у нее... Она здесь, она может сказать. Говорят даже, что эта женщина здесь и может это все сказать, что у нее тоже пошли зубы, изменения, и врач точно так же сказал, что он сдаст свой диплом медицинский. Да, вот можно, говорят, или вышли. Также и так и есть жена, которая имела успех с працей со своими зубами, а я ей просим, если бы это могла жить. Вот за нами. Вот она здесь. А я буду здесь стоять. Ну, а там где слышал сал? Не, ну так. Она по-русски говорит? Да. Я буду.
По-русски, да? По-русски. Я буду по-русски. Ну, а ведь я слышала. Без микрофона то нельзя назад. Да ладно, по-чешски говорить. Мы же по ней уже знаем, о чем нужно сказать. Да. Так что же технически проси, пан Петров. По-чешски, чтобы люди по-чешски. Ну, почала я работать зубами, але началась регенерация ткани зубу. Просто начался менять ткань зубу, и когда докторка се поднимала, она же говорила, так мусимо до сзади, потому что не неможливо. Так то было. Лягушка мне шагала на зубки и цитила, как идет регенерация ткани. Ale potvrzuješ, Lora mi vzala prst, točila do svých úst a já jsem tam cítila hrbol a vidím tam, že je bílá sklovina, která vyrůstá jakoby od dásně směrem ke konci, ale proces zatím ještě není dokončen, ale lékařka mi řekla, že vrátí diplom. I вот этими сообщениями, тысячами таких сообщений буквально переполнил интернет во всех странах. Многие люди, которые через книги начинают постигать эти технологии, которых я даже в глаза не видел никогда, но начиная работать с этими книгами, вдруг достигают исцеления, изменений, и у них начинает открываться ясновидение, и многое-многое другое происходит. Děje se mnoho všelikého, mnozí lidé, kteří začnou pracovat s knihami Arkadia Manoviče Petrova, které on nikdy v životě ani osobně neviděl, se mohou léčit a také léčí. Dosahují mimořádných výsledků. Bukvalně za jednu neděli, za jednu neděli, vyšly knihy, moje knihy. Вот в Италии они мне подарили, там впервые только-только вышла книга. Я ее привез, это кто ты, человек? Během jednoho týdne vyšlo ve světě několik knih Arkadia Manoviče Petrova. Tady je příklad, toto je kniha Kdo jsi člověče, která teď právě v minulém týdnu vyšla v Itálii. Dvě knihy vyšly v Kanadě. Первый и второй том «Сотворение мира». Две книги, первый и второй дел «Створение света» вышли в Канаде. Одна книга, тоже кто-то человек, вышла в Румынии. А одна книга, это таке «Кто си человече» вышла в Румунску. И еще две книги вышли в Германии. А еще две книги вышли в Немецку. Это всего за одну неделю. То есть то, что вот в интернете ходят сообщения о том, что вот исцеления идут одно за другим, привело к тому, что, в общем-то, весь мир востребовал эти книги, их везде переводят, их распространяют, и по ним начинают уже менять свою жизнь. Protože jsou vystaveny ty případy léčení na internetu, začíná být zájem o tyto knihy, knihy se šíří po světě, lidé je vyžadují, lidé je čtou a také to mění jejich život. No dále já chci немножко охладit váš, no jak já podozřívám, už velké, velké, velké vaše očekávání v plánu zdraví. A nyní chci trochu ochladit, jak předpokládám, vaše velká očekávání, pokud jde o zdraví. Dělo v tom, že poslední roky já nezajímám se léčením. Раньше занимался почти 15 let, но сейчас уже не делаю. Téměř 15 let jsem se zabýval léčením, dříve jsem to dělal, ale nyní už to nedělám. Protože jsem uviděl, že ti lidé, kterých my izbavujeme od samých těžkých zabolevání, větší částí smrtelných, když je zcelují, oni mění své sознání.
Důvod je ten, že ty lidi, které jsme léčili z těch nejtěžších a nevylečitelných nemocí a vylečili je, tak oni přesto nezměnili své vědomí. Они просто это воспринимают как облегчение в жизни и дальше начинают жизнь так, как жили до этого, как будто ничего не произошло. Považují to za úlevu ve svém životě a dál pokračují ve svém životě tak, jak žili předtím. A dále nic nedělají. Вот по этому поводу я имел разговор с нашим небесным отцом. У меня есть такая возможность личного общения. Я общаюсь с отцом, и он мне сказал: хватит таскать чужие кресты. На эту тему я спросил нашего Отца Небесного, потому что я имею возможность с ним коммуницировать, а Отец Небесный мне сказал: стачи в том, чтобы стягал чужие кресты. Каждый должен нести свой крест жизни сам. Каждый должен нести свой крест своего жизни сам. А вот помочь в этом, просто помочь, это можно. И я это делаю через книги. Но помощь можно, а я это делаю посредством книг. И семинаров. То есть на семинарах мы учим людей, как управлять своим здоровьем, как управлять событиями жизни и как избавляться от самых неблагоприятных ситуаций. На семинарах учим людей, как жить свое здоровье, как жить свои жизненные události и как избавляться от тех найнепříjemnějších ситуаций. Учить можно. Лечить нельзя. Такой принцип я для себя в последние годы как бы утвердил. Учить я можно, лечить нельзя. Тенто принцип сам сам про себя якобы подтвердил, посилил. Кстати, там в Ватикане, когда ватиканские специалисты были со мной вот на такой встрече, как вот мы с вами сейчас общаемся, там был один такой интересный вопрос. Меня спросили, вот то, что вы пишете, делаете в книгах, это ватиканский специалист спрашивает, что те люди, которые являются окружением папы. Вот, он спрашивает, вот в ваших книгах то, что написано, это нам в основном известно, он говорит, потому что это является сакральным христианством. На таком сеткании, как зде с вами, в Ватикану, мне был задан очень заинтересованная отазка, а потом мне было речено, то, что се пише в ваших книгах, то в принципе, в základе знаме, je to známo sakrálnímu křesťanství, čili tajnému, skrytému. После этого спросил, а вот лично вы, что добавляете в сакральное христианство? A potom jsem se zeptal, co vy osobně dodáváte do sakrálního křesťanství? Ну, такой вопрос с подковырочкой, мягко скажу. Byla to taková otázka s takovým malým rypnutím. Já jim odpověděl. Vy nazýváte to učení sakrálním křesťanstvím. Sakrální znamená tajné. Vy to nazýváte sakrální křesťanství. Sakrální znamená utajené, skryté. Vy se mnou tyto tajné nedělili. Я не от вас узнал это учение. Вы сте со мной не поделили о та сва таинстве. Тото учение сам от вас се не дозведел. Выходит, что вы имели эти знания, спрятали их в ваши большие ватикановские сундуки, закрыли на большие железные засовы
И да еще сели сверху, чтобы никому ничего не дать. Я видела, что вы все эти знания имели, так же вы сховали до своих великих ватиканских трухел, узамчали на несколько запаров, еще вы себе не сели, а вы никому не дали. Вот Отцу Небесному и понадобился новый посланник для того, чтобы передать это знание людям, а не сложить их в ваши сундуки. Так же се Отцу Небесному годил новый висланец, который бы передал эти познатки людям, а который е не сховал до тих трухел. Ну, конечно, этот специалист очень сильно лукавил, когда говорил, что это все один в один сакральное христианство. Было видеть, что тенто человек, тенто отборник просто лгал, подвадил, когда говорил о сакральном христианстве. Самое главное и очень неприятное для Ватикана несоответствие заключается в том, что я везде и всем объясняю, что для посредничества с Отцом, то есть для общения с Отцом, никакие посредники не нужны. Я всегда и всюду říkám, что про коммуникацию, про разговор, про сеткавание с Отцем никто жадные посредники не потребует. А доктрина Ватикана именно в том и состоит, что ни один человек не может прийти к Богу мимо их церкви. Ватиканская доктрина тквит především в том, что никто не может прийти к Богу мимо их церкви. Получается, что они в принципе не нужны, если каждый человек будет общаться с Богом напрямую. С того плина, что не есть вовсе запотребны, если человек будет с Богом стикать прямо. И откуда вот тогда возьмутся денежки, которых они так много накопили в своих сундуках ватиканских? А где потом все возьмут эти деньги, которые громадят в тех своих ватиканских труглицах? Это очень большая сложность для их, ну, для того, чтобы они приняли то учение, которое я сейчас даю. А то є та велика комплікація к тому, аби прийняли то учені, яке нині поскитує. Ну і ігнорувати вони це не можуть, тому що ті откровення, які зараз вот звучать в цих книгах, це божественні откровення. І треба сказати, що, наприклад, в Германії один філософ, доктор філософських наук, написав об этом книгу, його звуть Берн, в которой прямо указывал, что текст откровений написать человек не мог. В Немецку вышла книга философа Бьорна, который написал на тему праці Аркадия Новоча Петрова книгу, а там пише, что та зъявлення, которое написал Аркадий Наумович, не мог написать человек. Это просто от Бога. И он абсолютно прав, потому что там другая логика мышления. Мышление такое у людей просто, его еще нет. Оно, может быть, когда-то будет, но сейчас ее нет, этой логики мышления. Я там такая логика мышления, что затем эту логику мышления люди не мои. Прийде та доба, когда эта логика мышления людей будет, а затем не они. Поэтому, с одной стороны, Ватикану очень неудобно от того, что я говорю, что каждый человек и в общении с Богом не нуждается в посредничестве церкви, а с другой стороны, куда им деваться, потому что они видят, у них же тоже есть ясновидящие специалисты, что тексты откровений подлинные, они не могут это игнорировать.
na jedné straně je to pro ně nepříjemné, ne, nemají kam uhnout, a na druhé straně nemohou ignorovat texty těchto zjevení. Takže je to prostě pro ně problém. Так что пригласить-то они пригласили к себе, наверное, весь год будут думать, как это к этому приклеиться и как меня к этому тоже приладить, к своей церкви. Так же меня позвали, а теперь буду рок уваживать о том, если se přilepí k tomu, co Arkadij Naumovič hlásá, anebo se budou snažit ho přilepit k sobě. Tak, že přijde velké, interesné události. No, smím vás zavěřit, my k ním gotovy, protože nás k ním gotovit sám Otec Nebesný. Takže před námi jsou velmi zajímavé události. Je třeba se k ním připravovat, jsme připravováni právě samotným Otcem Nebeským. Tak вот, все эти возможности исцеления, управления, они имеются у каждого человека. A tyto možnosti řízení a vyléčení má každý člověk. Душу каждого человека готовил лично Бог. Это его произведение. И в ней есть та начальная, ну как бы искра бесконечного и вечного огня, который с собой в определенной степени и представляет Бога. Каждый человек на себе души. Tu duši připravil pro člověka Bůh a v té duši je ta jiskra, ten oheň, kterou Bůh nám dal. Она есть в каждом человеке, но не каждый человек позволяет этой искре возгореться в пламя и заполнить всего себя огнем божественного созидания. Tuto jiskru má v sobě každý člověk, ale ne každý člověk dovoluje této jiskře, aby vzplanula v plamen a naplnila celého člověka ohněm tvorby. Vy že pamatujete, svobodu voli daná člověku, izначально daná. Pamatujete si, že od prvopočátku byla člověku dána svoboda volby. И он, только он сам решает идти ему навстречу со своим Небесным Отцом, Создателем мира и всех миров, потому что мир не один, но много миров, или, наоборот, падать в бездну распада личности своей на те составные части, которые когда-то ее сформировали. Každý člověk má svobodnou vůli a je, může, může vystoupit k Otci, anebo se vrhnout do, směrem dolů, do svého rozpadu, kdy se rozpadá na základní částice, ze kterých byl kdysi sformován. Легенда о Ноевом ковчеге как раз и рассказывает о том, что на новом этапе развития человечества в его образ, образ человека, были введены каждой твари по паре. Мы вершина биопирамиды, но мы вобрали в себя все наиболее эффективные части вот этого эволюционного процесса. В каждом человеку, до каждого человека вступила каждая зверье, каждая бытость по пару, потому что мы сме на верхолу того эволюционного процесса, а все эти предыдущие твари, знамена, как творове, все эти предыдущие твори, в сне, мы в себе.
Вот эти все библейские истории, это не надо воспринимать так, как будто вот они вот один к одному так случались. Это все аллегории. И люди, которые ищут на горе Арарат ковчег спасения, они занимаются в основном напрасными хлопотами. Если же люди глядят на горе Арарат, то... Арху спаси, так není možné брать дослова všechno то, что є в Библии псано, потому что это явы аллегорические. Ковчег спасения – это сам человек. И это в нем находятся все те отобранные как бы элементы эволюции для дальнейшего его развития. Archa spásy, to je člověk sám a v něm jsou obsaženy všechny ty části evoluce, která vrcholila za člověka. V obraz člověka byly viděny velmi různé životy, které do toho vždy vraždovaly mezi sebou. Do obrazu člověka vstoupily bytnosti, které odedávna mezi sebou byly v nepřátelství. I ty životy někdy začínají dominovat v člověku. Razi vy ne obracíte vnímání, že jeden člověk bude jak-to velmi podobný na lesu, druhý na zmiu, a někdy tak říkají, no ty, zmija podkladná. A tato zvířata ovlivňují také to, jak člověk vypadá. Všimněte si, že někdo je podobný třeba lišce, někdo jakoby hadovi a někomu se také tak říká, někomu tak nadáváme. A na Vostoku velmi často oskarbují člověka, no ty, sobak, protože sobaka v jejich pojetí, значит, to je to životné, které v svoje vědě tož vcházelo v obraz, а здесь регрессировала опять в начальное состояние. А никому надавали, например, ты псе один, а действительно до образа человека вступил таке образ того пса, а некоторые хвили возникла агрессия в том человеку. Регрессия. То есть самые разные сущности космоса были введены в объединительный образ. Образ Бога, он объединительный, потому что нас